пока вам работаете, деятели культуры, для путинской номенклатуры и кадыровской диктатуры, кретины, нужно работать для бедных людей, для недовольных студентов. Нужно работать не для жирных ментов, а для их оппонентов. Нужно работать для иммигрантов, бомжей, рабочего класса. Нужно поднимать сознание тех, кого марксисты называют масса. Революции сегодня нужны артикулированные фигуры. Вот для чего вы нужны, избарахлившиеся деятели культуры. Вопрос, для кого работаете, является основой любой культурной диеты, на которой сидели Маяковский, Брехт и другие революционные поэты. Как сказал философ, вопросы истины в мире решают отнюдь не индивиды, испражняющиеся в зеркальном сортире, и не атомизированные толпы, изнывающие в спектакулярной апатии, а высокоорганизованный класс, добивающийся прямой демократии, свободу политзаключенным. Спасибо.